Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Лего Индиана Джонс 2. Приключения продолжаются. И сегодня у нас на очереди заключительная кампания. Шестая, в которой будет также 5 сюжетных миссий. И в ней нам расскажут о событиях третьего фильма, который называется «Лего Индиана Джонс и последний крестовый поход». Заключительная. Ну, сюжетная. Потому что у меня, в принципе, в планах есть пройти еще, что тут за... Вот это что за ящик такой? Вот это вот что за конструктор? Это, видимо, какие-то бонусные уровни, но это будет прям все в отдельной серии, я думаю. Да. Ладно, а сегодня у нас вот последний крестовый поход. Еле открыли эту коробку. Фух, ну понеслась. Интересно, за сколько я эту кампанию пройду, потому что что-то все предыдущие за час 09, час 07, прям что-то все за часик проходится. Ну посмотрим. А зачем? Почему он в очках каких-то? Я что-то не понял. Ага. Здесь явно нужно вот так вот в кустом это дело открыть. Ничего себе. Слушайте, прикольно на корабле. Необычно. Но водичка, слушайте, неплохо сделана. Главное в нее не грохнуться. Ну ладно, пойдем на сюжетку. Что сразу нас тут встречают недоброжелатели? Ага, момент. Адаптируем сложность. Отключаю, не надо мне сумки. Спасибо, не нужно. Я хочу взять вот монетку. А, и меня сейчас подбросит, да? А, или кто-то должен это делать? Или чё? Может, мне наверх нужно залезть? Может, мне его надо просто хлыстом, кнутом точнее. Нет, слушайте, почему-то нет. Мне срочно нужна жизнь. Срочно нужно сердечко. Вот, отлично, одно взял. Еще надо. Да уйди отсюда. Может, вот этим дядькой что-то надо? Может, лопатой, я не знаю. Здесь что-нибудь все надо разломать. А, и вот мы что-то сейчас соберем. И что это? Что, не дособрал, типа? Да, видимо, тут еще не все дособрал. Что такое? Почему я не могу? А, потому что надо кнутом вот эту штуку взять. Все, и теперь здесь можно что-то собрать. По поводу вот этих монеток, деталек я особо не заморачиваюсь, потому что я все равно мне много миссий надо допроходить, чтобы бонусные открылись. Но когда там совсем бывает чуть-чуть остается, то я уж тогда заморачиваюсь. В
вот сейчас мне нужно где-то сердечко взять. У нас поубивают. Давай наступим на кнопочки вместе. Вот, молодец. А, теперь с левой стороны что-то надо делать. Но сначала тут надо хлыстом. Вот тут, вот тут, вот тут. Почему хлыстом? Почему мне все хлыст? Ну, кнут, по идее. Я прям смотрел в интернете. Он... Да, это кнут у него. О, там фиолетовенькая. Может, еще что-нибудь запрятано там? По углам. Мне кажется, меня тут сейчас скорее убьют. А вот здесь ничего нельзя... Скорее всего, нужно вот эти бочки ломать. Да, и что-нибудь тут. Да, сейчас мы соберем вот эту штуку, куда можно синюю положить. Можно мне сердечко, пожалуйста, мне очень надо. Все отлично. Ой, ну просто замечательно. Все, три. Сейчас бы еще. Так, уберем. И вот сюда ставим. И теперь крутим. Я эту адаптируемую сложность отключил, потому что мне очень не нравится, когда чем лучше ты играешь, тем сложнее игра становится. Но это не прикольно. В чем тогда смысл хорошо играть? Ну хотя кто-то скажет, а в чем смысл тогда игры, если тебе все легко? Ну блин, мне же все легко, потому что я там, не знаю, натренировался. А не просто потому что там игра какая-нибудь там легкая. Ладно, это куда нести-то вообще? Видимо, пока рано куда-то это нести, да, потому что... О, вот она и первая смерть. Вот боты помогали бы, вот он за мной бегает. Что толку вот он бегает? Он бы лучше помогал собирать, там, пока я вот их мочу. Или мочил бы их, пока я собираю. Ну, что-нибудь... Всякое можно было бы сделать. Он охренел, он просто один раз нас попал. И все. Ладно, дальше что? Вот я собрал. Так, 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 так. А, все, вот сейчас можно собирать. Но он не дает. Отвлекись ты пока на другого, но почему ты нас-то все фигачишь? Вот считай, вот сейчас бы мне бы с монетками вот этими заморочиться бы, да? Потому что, ну... Совсем чуть-чуть осталось. А в воду нельзя падать. Мне вот просто интересно. Потом какие-то вот ящики такие прям... Как будто бы их можно взять... И кнутом надо, да? А чё, он же на беток цеплялся раньше. Ну, а сейчас почему-то не хочет. Нужно, может, именно с этих ящиков. И чё дальше-то делать? Просто надо было в него врезаться. Ну, монеты почти все собрал, но, блин, обидно. Если сейчас уровень завершается, он по-любому завершается. Ну, придется еще один перепроходить.
Ну, вы это, конечно, видеть не будете, как я это буду все перепроходить. Потому что зачем вам оно надо? Мои страдания. Но там, по идее, не будет сильно много страданий, потому что, я говорю, тут есть такая штука, типа красные кубы. И там можно сделать, типа, детальки, вот эти монетки X10. Типа, ты собираешь одну, тебе дают 10. Ты собираешь 100, тебе дают... А, что там, 1000 получается. Ладно, здесь ничего не надо собирать. Мне нужно, главное, сейчас найти миссию. Найти миссию. Потому что для меня вот это всегда самое сложное в этой игре. Найти, где дальше сюжетка. Куда нужно прийти, чтобы началась сюжетная кампания дальше? Вот я сейчас иду правильно или нет? Что-то мне подсказывает, что я куда-то совсем не туда убежал. Может быть, на лодочку надо, я не знаю. Венецианская лодка. Купить. Че, тетя, ты будешь запрыгивать? Или ты вплавь? Ну, плыви. Хорошо, плыви сама. Я пока вот не вижу нигде стрелочку вот эту зеленую. Это мне больше всего не нравится, слушайте, искать это, блин, бесит. Я не могу найти. Ну вот мы отсюда ведь выходили. Ну ладно, и что ты в эту гондолу собираешься садиться, нет? Вам понадобится лопата. Ага. То есть нужен персонаж с лопатой. Ну, у нас такового нет. У нас есть только девочка, которая умеет далеко прыгать. Зеленая лодка. Еще бы, знаете, была бы стрелочка там, типа, куда плыть. Показывали бы реально направление. Тут я сейчас должен искать, где эта миссия. Вдвоем, может, надо повиснуть? Ну-ка. Нет. Блин, товарищи разработчики, за что? За что вы так со мной? Книга для переводов. Нету у нас такого добра. Но нету. Ну, что я могу сделать? Может, куда-нибудь туда плыть? Там вот девочка запрыгнет. Высоко, высоко. Да? А что-то она отказывается. А, вот, смотри-ка, все смогла. И куда-нибудь. А это стрелочка? Или это там кусты? Такие зеленые. Да, это там кусты такие зеленые. Вот сюда, наверное, в замок. Все, окей, Индия, а ты теперь вот так вот ворота открываешь. Да, 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 нам сюда. Все, кнопочки вдвоем нажимаем. Инди вот эту штуку цепляет своим кнутом. Не хлыстом. Это его батька. В исполнении Шона Коннери. Ага, все, миссия началась. Так, а как-то нам мы со стула можем выбраться? Или нам прям так и надо прыгать? Ага, все, смогли освободиться.
Это для того, чтобы, видимо, раскачаться. Хопанца. А почему? Почему ты не прыгнул? Вот он раньше. А, на X, потому что. А я почему-то B нажимаю. Потому что раньше вроде бы было. Хотя нет, не могло, наверное, такого быть. Не знаю, почему у меня такая привычка на B нажимать. Та-та-та-та-та. Ну все, это бесконечно может продолжаться. Но здесь, слушайте, монетки прям, да, так очень быстро собираются. Видимо, здесь их не так много. И бывает в этом как бы и плюс, так и минус. Вот в чем плюс, что типа, ну, мало собирать. А минус в том, что прям вот одну пропустишь и все. И можешь не собрать вообще ничего. Да, ё-моё, вот так вот можно и проворонить все детальки. Все понятно. Тут надо бутылками тушить. Это же все тушится бутылками. Причем они, смотрите, они же восполняются. Кто-то бесконечно нам приносит бутылки. А не любое же пламя можно тушить. Вот, например, я сюда. Да, не могу кинуть. Только вот такие вот штуки. Где у них пожарная сигнализация? Почему не сработала, не потушила? Потому что, наверное, у них замок там, не знаю, какого века. Эч. Ну туда я, да, не допрыгну. Ну капец, вот сколько я деталек потерял. Сколько я монеток вот этих. Ну потому что мне нравится называть это монетки. Кто-то скажет, это детальки. Ну детальки, ладно. Кому как нравится. Мне просто это, у меня это ассоциируется с монеткой. Монетки серебряные, золотые. Синие монетки. О, вот там вот за синяя уже была вот. Как вот ее оттуда достать? Ага. Хитро, хитро. Веревки можно перерезать только мечом. Ну, меч мы тут сейчас где-то по-любому найдем. Ага, вот. Все, потихоньку находим. Сейчас, друзья, я пока думаю о детальках, о монетках, чтобы их уже дособрать. Причем не так много осталось. Да, осталось, в принципе, совсем чуть-чуть. А вот эти горные, они зачем? Что можно с их помощью сделать-то? Так, и меч. Ну вот меч. Ага, так, ладно, покрутим. И что дальше будет? А, теперь она всегда будет, наверное, открыта. И Инди сможет проходить. А давай мы бутылку возьмем. Как-то вот. Я возьму. Ты возьмешь. И пойдем тоже. А здесь, кстати, все. Здесь ведь тоже что-то можно. Покрутить. А, ну это мы крутили уже. Ну все, погнали. То есть вот, например, я потушу вот это. Ты потушишь. Вот это. И, ну, вот так вот. О, синенькая. Все, отлично. Теперь могу о детальках не думать совсем.
Теперь можно расслабленно просто по сюжетке идти и не заморачиваться. Ничего себе, а чей-то он? Все, прошли. Прошли. Ладно, далее, далее, далее. Теперь куда? О, будет даже сядет, ну ничего себе. Вопрос, куда нам дальше? Сюда? А, да-да-да-да-да, вон сюжетка. Ну, то есть я угадал просто сейчас направление. Просто угадал. Угу, все, началось. Нам бы фиолетовенькую найти. А, ну здесь что-то они долго собираются, значит, я не буду с ними заморачиваться, в общем. Просто буду выполнять задание, и все. Когда долго собираются, я тогда не заморачиваюсь. Ну так, собираю по пути, что есть. Он аборации и подкрепление вызывает. И, кстати, вот по фильму там были, ну, фашисты. А в Лего-то нельзя фашисты, поэтому там, вон, видите, всякой символики никакой особо нету. Просто какие-то, в какой-то форме дядьки. Да, отстань ты от нас. Все, два есть, два готовы. Ну-ка, брысь отсюда. Надо его просто связать. Вот и все. И надавать ему потом пинка. Надо было автомат забрать. Почему-то у меня не получилось. Тихо, тихо, тихо. Вот зараза. Сейчас, кстати, играл в одну игру прекрасную. Прекрасно. Это новое слово. Есть прекрасное, есть классное, есть прекрасное. Значит, называется The Legend of Zelda Skyward Sword. Причем это HD-версия, то есть этот ремастер, который вышел. Слушай, так удобно, такое управление сразу, потому что я помню, когда вот играл. Я играл ее когда-то на эмуляторе. Вот, и там было ужасное управление. Прям капец. А тут в этом ремастере они исправили, то есть наконец-то... Можно играть с замечательным управлением. Все так удобно, все так классно. Прям конфета. Я вот, чтобы вы понимали, вот этот Skyward Sword тогда еще проходил. Сколько у меня там было? 97 часов. Было 97 часов. Ужас. А Breath of the Wild я проходил, у меня там, по-моему, 250 вообще часов. Поэтому такие игры, я вот не знаю, я боюсь на канале проходить, потому что, ну, у меня поясница не железная, столько сейчас высидеть. Поэтому я даже не знаю, буду я проходить. Ну, когда-нибудь, может, ну, в принципе, можно, знаете, как сделать. Вот, типа, запускаешь таймер. И, потому что там же можно прям играть вообще чуть ли не бесконечно. По 4 часа где-нибудь. О, я батьку ударил случайно. Связал. Типа по 4 часа серия. Ну или по 2 часа серия. Я не знаю, надо попробовать, как это будет. Где черные? Где черные? Вот эти шапки. Где они? Что я вижу обычных солдат?
Генри Джонс, да, его отца зовут. Генри Джонс. Где черные? Или вот эти зеленые, это черные считаются? Зеленый точно это не то. Давай, пристрели его. Что-то я не вижу, в кого стрелять. А, ну вот черный. То есть один есть. А где еще? А, не сверху, потому что там. Все ясно. То есть нужно их спускать с небес на землю, так скажем, и мочить. И забирать у них автоматы. Где-то еще, наверное, с той стороны. Наверное, где-нибудь с той стороны, слева. Теперь... А что он за нами бежит? Нечего за нами бежать. А, они блок ставят. Вот хитрые засранцы. Папа, ты можешь ему дать пинка уже? Надо кнут выбрать. Все, и один еще остался. Последненький. Последненький. Все, его теперь мочим, и все. Ну, или сейчас еще какая-нибудь волна там. Сейчас он еще, может, какое-нибудь подкрепление вызовет. Ну, конечно. Не может же быть все так просто. Вон, на мотоциклах или что это? Ну да, мотоциклы. Бать, ну да, я тебя связал, ну что поделаешь. Давайте я сначала черных. Как бы это по-российски не прозвучало. В общем, в черных шапочках вот этих. О, и базуку можно взять. И вот так делать, поди. Где на мотоциклисты? На, просто бах. Где еще один? Бах. И что надо? Сейчас мы еще базуку отнимем. Осталось еще двух мотоциклистов. Эй, ну переключись. А где базука? Она не схватилась. А потому что вот у нас вот это вот не кончилось. Оружие. Ружье там. Ну бей его, бей. Этого серого надо. Вот, отлично. Хана вам, ребят. Бах. Ну и мне тоже хана. Всем хана. Все, остался один мотоциклист. Сейчас они тут проедут. Вот так. Все, и остался один где-то черненький. Ну вот, вот его же и можно, собственно. Его же и можно задубасить. Все. Да, дирижабль, конечно, может так остановиться. Ага, расскажите нам. А вот неплохо было бы миссию на дирижабле. Но, видимо, решили нет. Где-нибудь в облачках, там красивенькая какая-нибудь локация.
Было бы здорово. Было бы здорово. А, вот сюда нам теперь. То есть нам говорят, уберите каким-нибудь образом танк. Вот этим, наверное, лопатчиком надо откопать. Офигеть, да, откапываем танк. Ну ладно, хоть недалеко миссия. Тоже, кстати, третья. Сейчас будет. В прошлой части видели баг с лошадьми? Это было вообще какая-то жесть. Посмотрите там, поищите. Там не могли через мост перепрыгнуть. Там вообще какая-то жесть творилась. Еще надеюсь, вы субтитры там не пропустили в прошлой и предыдущей и предпредыдущей. Я там немножко скреативничал, потому что 1C так перевели, что там аж эти субтитры аж вырезались и просто слайд-шоу в конце. Но я заморочился и сделал там супер-пупер титры, короче. Мы сейчас на конях должны против машин. Вы серьезно? Ну, скорее всего, да, надо вот так вот взять и просто бахать. Вот, вот так. Ну-ка, пойди сюда. Ой, да ладно, стреляет он. Мы ничего не боимся. Бай. Дальше, кто следующий? А, теперь танк? Нет, не надо нам танк мочить. А, нет, нам еще машин надо уничтожать. Машинки. Ну давай, восстанавливайся скорее. Все, погнали. Где машинки? Вот они. Бах. Конечно, лучше грузовик угнать. На грузовике всяко поудобнее их уничтожать. А некоторые вообще только на грузовике можно уничтожить. Ну давайте возьмем грузовик. Например, грузовик на легковой нельзя никак уничтожить. А вот грузовик на грузовике можно. Еще две машины. Блин, прыжки я случайно взял. Я не хотел. О, да. Ну давай уже, все, уничтожили. Ну да, конечно, не может все быть так просто. Теперь надо дальше ехать. А дальше. Это вот сюда. Ух, аж прям занесло. Дэнч. Сменим транспорт. Ай, хорошо. На. Неплохо пока идем. Довольно-таки быстро. Отлично. Хотел монетки взять. Вот у меня порой, да, вот. Они такие красивенькие, такие синенькие. Прям хочется. Вот так. Ты смотри, дядь, я взял ускорение. А это что значит? Что ты с одного удара можешь отлететь. Сейчас разгонимся. И вот так. Все? Еще желающие?
еще желающие есть? Фиолетовенькая где-нибудь была бы, было бы вообще хорошо. Вот, например, вот здесь. Вопрос, как ее взять? Видимо, оттуда. Видимо, нужно оттуда приехать. Где тут заезд? Вот, поворот. Все, я запомнил, где ее взять. О, нам сейчас предлагают танк уничтожить. Вы серьезно? Эх. А, это еще не все. Это я не все собрал. Нужно под танк просто не попасть. Ну, начинается валяние, начинается. Давай, давай, переворачивайся скорее. Я не могу ехать, ну давайте. Вот так. Была бы тут кнопка, типа там, восстановиться, что-нибудь там. Тут уже... тихо, не падать, падать нельзя. Нельзя падать. Нельзя. Нам монеток осталось совсем чуть-чуть. Поэтому падать категорически нельзя. Все, осталось. Вот, все, теперь я могу наслаждаться игрой. Где они там все? Блин, такая скорость была. Вот этот танк бы еще можно было бы как-нибудь заполучить. А, ну по идее же большая скорость была. Все, одна машинка осталась. И она прям вот-вот будет в наших объятиях. На! Я успел переключиться. Нет, не успел. Так бы прикольно было. Ладно. А как они хотят, чтобы мы танк уничтожали? Каким образом? Каким образом хотят, чтобы мы танк уничтожали? Какой-то транспорт, значит, должен быть. Который может стрелять там ракетами. Вот, например, вот такой. А, вот он, да, на X сбрасывает мину. Ну, то есть и мины нужно просто на дороге пооставлять. Вот так. Тихо-тихо-тихо, оставил машину, блин. Ну все, ему один раз наехать и все. По идее, вместе с ним по фильму Инди тоже должен был завалиться. А потом такой типа, опа, вылезает. Как ни в чем не бывало. Ладно, теперь нам куда? Все, три миссии уже прошли. Это хорошо, хорошо, довольно-таки шустро идем. Я вот думаю, нам на... Что-то вы взялись все тут. Может, нам на самолет надо? Давайте попробуем на самолетик. Вообще на нем как-то можно? Что-нибудь там летать? Как-то... Нет, на него даже сесть в него нельзя. На него даже сесть нельзя. А как тогда с ним? Что с ним делать? Значит, нам точно не туда. В общем, вот. Можно какой вывод сделать? Вот какой вывод я делаю из этого всего. Mm-hmm.
Так, и что это? Что это? А, ну вот, то есть мы собрали, можно что-то покрутить. И произойдет, собственно, ничего. И произойдет ровно ничего. Ничего. Да? Ничего. Ага, я увидел стрелочку. Где у нас копатель великий? Давай, раскапывай. И мы, наверное, сможем туда забраться. Отлично. Все, и заходим. Ух ты, можно танк купить. Серьезно? Серьезно купить танк? О, да. Это то, чего мне не хватало в этой игре, пожалуй. Танка. О, да. Вот это круть. Еще бы прицеливаться можно было бы. Ладно, все. Не буду вас мучить. Пойдем на миссию. Вам нужно найти книгу. Ну, вот у него книга есть. Угу. И теперь нужно просто вот эту последовательность повторить. Все, миссия началась. Супер испытание. Хобана. Прикольно сделали. Потому что в фильме, да, он вот такие вот испытания проходил. Здесь нужно кнутом достать явно. А что, далеко типа? Что, не достал? Ну и она заново-то появится? Не появится заново? Надо было умереть. Тут нужно было заплатить кровью. Мне интересно, как они здесь воссоздадут вот эту классную штуку, что типа иллюзия, как будто бы по воздуху идешь. Ну, потому что в фильме классно это сделали, прикольно вообще смотрелось. Так, давай, наш копатель. Копай. А папу где потеряли? Почему папы нету? Здесь, что здесь делать? Здесь, наверное, надо разрушать, потом собирать. Что-то явно такое нужно мутить. Это что за дядька с пистолетом? О, это жестко, по идее. Лего, что за жестокая игра у вас? Там мужика просто проткнуло снизу вверх. Сейчас опять, наверное, будет такое же. Это жестко. Я считаю, вон скелеты, то есть это сколько и скольких еще так проткнуло. Все, один теперь мы можем двигать. Одного вот этого рыцаря. В доспехах. Ну, вот этого-то тоже, по идее. Ага, да-да-да. Все, дособираем. И теперь можно выталкивать его туда. И дверка раскрывается. А здесь ТП, здесь, короче... Ага, вон, видите, значит... Череп. Тихо, вот череп. Затем бабочка. Бабочка, где бабочка? А, ну то есть бабочка и череп. И затем можно вот кубок и что-то типа ангел там. То есть вот это не должна не упасть. И кубок. Вот так, слушайте, да, вот это прикольно. Вот это мне нравится.
явно должен я повиснуть, и он повиснуть. И что-то произойдет. Ага, вот как они тут сделали. То есть, типа, что-то подуло. Ну, тут какое-то прям отражение. Типа, как лед или что это. Там-то просто была гора, и она как бы под определенным углом так смотрелась, что как будто бы ничего нету. Он не тот кубок выпил. А, ну и должен быть обязательно какой-нибудь здоровый монстр, да? Но я что-то не пойму, это уже пятая, что ли, миссия? По-моему, ведь четвертая. Тихо. Меня чуть не закрутило. Берем ракетницу. Так, и что с ней можно делать? А что с тобой? А, баба! Все, ясненько. Ёж, монетки уже-то собираю, тут осталось-то совсем крапальца. Крапальца отстанет нас. Отстанет меня. Все, отлично. Все, я счастлив. А, нужно вот эти вот детали, чтобы Индиана ему как бы их сбрасывал. Тихо, я переключился. Ну, отстань. Все, и теперь можно с ракетницы эти детали уничтожать. Бам! И там еще деталь, по идее. Ну давай, переключайся на ракетницу. На базуку! Здесь мы сейчас что-то выкопаем. В принципе, его тоже можно стрельнуть. Вопрос только для чего. Может, я раньше времени как раз-таки стрельнул. Ну все, вот он засосал вот этот вот... А где базука? Вон такой металлический ящик. Ба! Сколько еще раз надо? Вот надо, чтобы он вот этот ящик тоже засосал. Давай, бери его. Иди сюда. Давай сюда. Вот, молодец. Что-то какой-то легкий глава. Вот этот прям совсем какой-то легкий. Они тут играют в крикет. Замечательно. Батя Инди молодец. Ну, по идее, да, это была вроде как четвертая миссия. А, все, это была пятая? Я даже не заметил, что-то вот эта прям часть очень как-то быстро прошла, я прям вообще не заметил, как время пролетело. Ну что, друзья, вот мы и прошли. Лего Индиана Джонс, что там у нас? Adventure Continue. Лего Индиана Джонс 2, The Adventure Continues. Приключение продолжается. Ну что, в целом классная игрулька. Да, очень такая динамичная, но довольно-таки уже старенькая, но Лего молодцы. Они сделали неплохой такой ремастер. Титров, кстати, нету, поэтому туда, как обычно, будут супер-пупер титры. 1С молодцы. Значит, что, друзья, сказать-то? Что даже? Я даже не знаю, что сказать. Классная игра. Проходите, наслаждайтесь. Я думаю, да, пройду вот эти бонусные миссии. Ну, как бы, да, немножко, может, и скучновато где-то. То есть одним и тем же занимаешься, бегаешь. Но это, как бы, знаете, от настроения зависит. Вот я, например, одну кампанию вот раз в день. То есть если прям сесть надолго, да, вот это проходить, да, оно надоест. А если каждый день там по одной кампании, то, в принципе, неплохо. Да, тогда неплохо будет. Ну что, у нас, значит, в эту игру вошли истории четырех фильмов. «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега». «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Вот этой части «Королевство хрустального черепа» ей аж целых три кампании посвятили. Прям много, да, миссий прям. Вот. Ну, что я посмотрю, значит, что там за бонусы. Если, знаете, если будет интересно, то я думаю, я сниму отдельный ролик прям про вот это. Типа «All Bonus Levels», что-нибудь такое. Вот, то есть там будут все миссии.
Ну, бонусный в одном уровне. Фу, в одном видео. Сниму, но для начала мне, конечно же, нужно во всех уровнях, где я не собрал все монетки, все детальки вот эти вот нужно дособрать. Поэтому дособеру. И я думаю, там бонусные уровни тогда откроются. Все пройду. Ну ладно, друзья, наслаждайтесь титрами. Спасибо вам за просмотр. Поддерживайте обязательно канал. Ссылочки есть в описании. Всем спасибо, друзья. Давайте всем до скорых встреч. Пока-пока.